Ну ладно, дебил. Всем салют, это ШПП Влог. Сегодня мы с Димкой и Керькой будем делать небольшую связку синхронную. Сейчас объясню, как она будет выглядеть. Давай. И значит, Дима, вот он, разбегается с двух шагов от стены, делает заднее сальто. Керя. Керя в это время делает волспин. В то время, пока Димка крутит заднее. А мы попробуем и так, и так. Напишите в комментариях, кто выше прыгнул, чтобы нам определиться, короче, кто за кем будет делать. Мальчики решают, кто будет сверху. Я сверху. Давайте придумаем подводящее. Короче, ты сначала, Дима забегает, а ты в это время забегаешь под него сюда. Давай. Да. Выжил, хорошо. Вот я примерно сюда вот приземлился. Наоборот. Как ощущение вообще? Кажется, что заденет или нет? Нет. Вот когда ты лежишь, не страшно. Когда ты сверху, наоборот, страшно на него приземлиться. Тебе страшно на него приземлиться? Нет, мне. Пофиг. Да, сейчас попробуем наоборот. Следующее подводящее будет, ребята уже не будут присаживаться, а будут просто маленько подгибать голову, скажем. А теперь ты будешь снизу. Не знаешь ощущения? Да, я его задавлю. Еще разок. У ребят все получается, теперь мы пробуем все-таки сделать волспин там. Мы делали когда еще где-то зимой, да, тоже делали. Пробовали, да, как-то. И мы делали, было лучше намного. Че, скилл что ли понизился с зимы, с прошлой зимы? Нет, сейчас вылет больше, раньше меньше был. У нас был фейл очень угарный. А если, у кого есть это видео? Оно же в группе есть. Разве? Оно в группе есть? А, точнее. Да, я вспомню. Там ниже листайте. А фейл был, нет? Там фейл был. У нас фейл был, где мы зацепились вроде. Сейчас сразу пробуем. Да, пойдет. Вот так, если сделаешь, пойдет. Керри, ты поздно слишком сделал. Вы должны примерно в одно время оттолкнуться. А вдруг бы я его ногами задел? Не задел? И не заденешь? Ты боишься, что он тебя ногами заденет? Не, я боюсь на него упасть. Так что давай, он отталкивается со второго шага. Ты тоже отталкиваешься в это время руками. У ребят практически все получилось. Ура! Поставьте лайки, коммент напишите. За кого вы болеете? Кого бы вы хотели видеть сверху? Давай, дебил. Вау! Хороши, хороши. Как ощущения? Прекрасно? А мне пофиг. Ощущение обалдежное. Я вообще его не видел почти. Я только в конце вижу, как он крутится, и все. Больше я его не видел. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, подпишитесь. И всем ШПП в сердца ваши. Да, Саня? Сделай сердечко вот так руками. Вот так. Класс. Кто? Кто? Керя, вот я понимаю, ты в классе коррекции, но ты можешь что-нибудь сказать? В каком коррекции? Я в Б. Что мы сейчас, Керя, делали? Мы делали задку от стены и волсплин. Я под этим годиком делал волсплин. И что, как твои ощущения? Прекрасно.
Ты это говорил уже. Давайте всем у вас еще я. Расскажите подробно в микрофон.